Привет всем! Сегодня будем с вами готовить китайскую капусту пак чой с чесноком и чили. Для этого нам нужна сама капуста, вот она, чеснок, кунжутные семена. Это у меня чили, я убрала семена и мелко порезала. Ну и соль, если понадобится. И соевый соус нужен, вот. Приступаем, сейчас я нарежу пак чой крупными кусками. Вот я капусту порезала. Я добавляю теперь немножко масла в сковородку. Много не надо. Можно и растительное, но я добавила оливковое. Положим туда чеснок. В это масло. Вот. Сразу. Наливаем соевый соус туда, в сковородку. Перемешиваем быстренько. Кладем капусту. Капусту жарить мы не будем, мы только ее прогреем немножко, вот так вот, чтобы она чуть-чуть размягчилась. Чуть-чуть, капелечку соли. Все, капуста наша готова. Вот я выложила в тарелку капусту. Сейчас посыпем ее кунжутом. Вот так, здесь чайная ложечка. Я его пожарила, кунжут. При жарке я встряхивала сковородкой. Так положено. Чуть-чуть обжарила. Вот все. И посыпаем перчиком чили. Вот такое красивое и вкуснейшее блюдо у нас получилось. Капуста вот такая. Капусте, о полезности ее можете в компьютере прочитать. Капуста чудесная. Вот такое блюдо у нас получилось, красивое. Хорошие мои, капуста готова, очень вкусно получилось, хороший рецепт. У меня будет еще другой рецепт, жареный пак чой. Дорогие мои, приятного вам аппетита, приготовьте, если вам понравилось. Желаю вам мира, добра и долгих лет жизни вам и вашим близким. Пока-пока.